Дорогие друзья, снова всем привет, всем привет, с вами Лик Огненный. Продолжим? Обязательно продолжим. Так, Саманта, замечательно, несет мясо. Мясо это очень важно, если честно. Мне нужна еще шкура, кожа. Кстати, нужно вот охотиться на него. Кстати, Саманта, по действиям... Я с вами поздоровался? Поздоровался, поехали. Саманта, да. Замечательно. Так, исследование пока не надо. Недостаточно места на складе? На каком складе? А, трубки с табачником? Так, а что, сюда? Вот. Эти-то пускай здесь лежат, чем нет-то? И проблема вообще. У Грейсона все замечательно. Хоуп тревожится, потому что... Ну, сейчас отдохнешь. Я ее призвал, все. Видите, она сама выбирает исследовать, то есть я ее не заставляю. Ох ты, моя золотце, Саманта. Так, на этом мы охотимся. Здесь тоже мясо будет. Давайте вот на него охотиться. 50 мяса, 30 шкур. Шкуру очень много нужно, чтобы мы сушили их. Да. Все, сушим шкуры. Сушим шкуры. Шкуры. Хе-хе. Так, 200. Замечательно. 200 у нас металлических сплавов есть. Это замечательно. Значит, потихонечку, что мы можем делать? Кир его знает. Вот. Ладно, пока не будем. Я просто хотел, думал сейчас, типа, такой, знаете, вот, ну, небольшую оборонку сделать вокруг вот своего дома, да, основного. Поставить там 4 турельки по бокам. Нет. Турели... Или... Да, турели ставить напротив, получается, где ворота, вход-выход. И получается... А по краям, получается, вот эти вот вышечки, и все. Ну, лучше уж из бетона, если так подумать. Саманта, блин, промахивается. По здоровью он сдохнет... Хрен его знает когда. Ладно, беги домой. Кстати, обломки из звездолета надо тоже разобрать. Но это все только может Хоуп сделать. Только она. Температура. Ну, хотя по нулям пока еще, конечно. О-о-о-о! Грейсон пошел делать энергоячеечки. Замечательно. То есть у Грейсона неплохие. То есть он тоже, если что-что, ну, готов. А потому что у него и ремесло. Интересно, ему нравится создавать ремесло. Тут я ничего не могу сделать, у меня просто нет ничего вообще, в принципе. Набор для выживания, инструмент беруши, талисман на удачу. Улучшает настроение владельца, материал для товаров. Ну, сделай 3. Раз тебе делать пока все равно нечего. Обожаю, когда внутри 15, 20. Ну, я не знаю, почему здесь 15, а здесь 20. Как бы, ладно, это вообще фигня. Если что, курите, без проблем вообще. Я согласен, это была шикарная прогулка, молодец. Так, бак для ферментации за... Ой, я такой... Я просто обожаю этих ребятушек. Они делают все как надо, как наперед. Саманта сделать животных? Хорошо. А тут шкуры остались, нет? Должно быть, здесь шкуры должны остались. Вот. Где они? Можешь переместить? Что там со здоровьем и все такое? Нормально. Потому что, ну, они нужны реально вот. Подожди. Ты не разделала, что ли, или что? Они такие приколисты. Вроде бы они этот, ну... Ну да, она пошла разделывать тушу. Окей. Как бы я согласен. Она ее разделала.
Окей, это я тоже согласен. Вопрос, какого хера ты побежала обратно одна? Ну-ка, ящерица летун где? Видишь, что ли? И, кстати, вот деревья нам нужно вырубать. Большое лесное дерево, тридцаточку. Так, хоп. Обязательно, вот я бы тоже оружие нам там, ух. Переохлаждение сама. Ну, сейчас она придет. Мать твою, ну ж, вон, видите, все, тут уже это, так что... Кожа сейчас будет вообще очень важным ресурсом. Так, это у нас... Это плоскоголовые, они... Мясо у них... У них нет кожи. На него можно поохотиться будет. Ну, давай вот на этого Ульфина, что ли, вот. Серьезно, что, спать не хочешь? Ой, вообще, ей покой только снится. Лютый холод, мать твою. Так, давай отдыхай. Она может сейчас этот замерзнуть реально. Все, 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 все. Все, рядом. 16, 17. Чай есть? А, нет чая, да. Расслабься. Ей прям самый раз сейчас надо. Ага, о, курит обезболивание. Кстати, плюс это обезболивание. Так что это вообще. О, сейчас еще это и. А вот потом можешь идти охотиться. Какое-то переохлаждение, да? Ну ладно, пока что переохлаждение это чуть-чуть. Новый ресурс, талисман, на удачу. Несешь его? А нафига? Тоже давай сюда вот талисман на удачу. А сюда? Так, а вот скопировать. Ставить. Вот. Да, пускай здесь инструменты вообще не лежат, нафиг не нужны. Ага. Нормально все, что ты? Так, здесь все нормально. Переместить, ну, вот у тебя целый шкаф, мать его. Ой, бля, как же далеко она ушла, а? Тварь-то эта. Отлично, ткань сена сделана. Сколько у меня сена? 39. А, может быть, сможем сделать несколько видов ткани? Ткани сена. 10, будет 20, да? Получается, давай 3 раза сделаем. И у меня будет 60. И я потихоньку хотя бы уже начну одежду создавать. Хотя бы, да? Отлично. Так, разделать. И потом пойдешь спать. Так, сейчас идет исследование продвинутой мебели. Окей. Кресло из углеволокна, стол, большой стол, кровать и кровать. То есть, ну, как бы сказать, у меня углеволокно есть чуть-чуть. Сама что делаешь? Бездействуешь, зачем? Потом спать. А, 12 часов было, понятно. Приятные минуты. Ну, ему прям нравится ремесло. Я вижу, он прям вообще кайфует от него. И мне это приятно, что вот у меня раньше с ремеслом вообще было всегда проблемы. Ресурс сушеного мяса. Ах ты ж, мать твою. Ну ладно. Хотя в тот же момент сушеное мясо-то это неплохо. Охлажден оно будет 2 года лежать. Мы его сейчас сюда положим, и все, и вот вам сушеное мясо. То есть достаточно большое количество еды. Круто, круто. Прохладно, да? Ну, здесь не вижу смысла строить печку. Хотя можно было бы, если честно. Почему бы и нет? Да, почему бы нет? Все равно сюда частенько они ходят. Так, хранилище. Нет. Дверь, получается, да?
Так, дверной проем, получается, мы сносим. Тепло. И просто печь для обогрева. Одну. Нет. А, доску другому. К этому не будет, да? Если вот такую, вот получается тепло. Тоже нет, да? Тогда не будем, значит. Тогда не будем, потому что ничего не хочу менять в этом плане. Так, а Грейсон? Ремеслом занимается, замечательно. Так, давайте. 3-6, 2-2, 5-0. Да, получается, брюки сделаем. 3. Еще 2 свитера. И обувь. Кроссовки. Все. Без разницы, из чего ты будешь делать, Грейсон, но ты должен это сделать. Возможность хоп. Прогресс. Теперь я умею адаптировать аппаратную часть. И программа моей вычислительной мощности хватит на одно изменение. Но что же, на что же мне ее потратить? Ремесленная эффективность координации повышена на 100%. Иногда совершает прорывы, ускоряющий процесс, прогресс, дает дополнительный опыт в категории интеллект. Увеличение скорости нет. Алгоритм исследования, это прям вообще сейчас шикарно будет. Если она будет случайным образом там проводить супер исследование, это вообще классно. Голодный, что ли? Кушай. Это же для тебя. Это для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя. Ага, все, окей, хорошо. Кстати, все-таки свет-то нужен здесь. Нужен потолок. Я бы вот такую, я бы такие вот поставил, конечно бы. Что-то я даже не знаю, блин. Электронную настенную лампу. Ну, это стена, да. Только факел, по-моему, может быть. Здесь это. А, это не считается, да? Лагерь, факел. О, посередине поставил такой, все, пару факелов, да, окей, хорошо. Так, а здесь? Давайте вот такую вот поставлю, да, две. Так вот, ок. Все, окей, хорошо. Так, ну электричество нужно потихонечку нам к ветрякам переходить. 25 у меня уже есть, да? Так. Так, во-первых, отмена. Во-вторых... Где электричество-то? Вот, получается, смотрите, все. Здесь больше нам вот это вот. То есть здесь, видите, больше он не соединяется. Окей. Значит, мы должны первое взять столб, копировать его и передвинуть. 4, 5. Вот, вот, получается, максимальный уровень его. Раз, два, три, четыре. Получается, вот так вот и сделать. Раз, два, да. И тогда я смогу сделать вот таким вот образом. Я могу вот так вот поставить. Ну, грубо говоря, да? Грубо говоря, получается. А, кстати, он не ставится прям круто, как надо мне. Видите, либо так, либо так. Тогда будем вот так вот и делать. То есть здесь он уже не поставится. Поставится? Серьезно? Ну, давай, хуй с ним. Пускай будет так, я не против, вот вообще нисколько. Ага,
Грейсон, как твои дела? Все хорошо. Саманта, твои успехи как дела? Строить на стену лампу? Окей, хорошо. Так, мы исследуем нанотрубки там. Ну, так сказать, вещи из нано-вещей. Кстати, а быстро делается? Плохо, неплохо. 2 часа всего лишь. И все это сено, и вот тебе 20 опыта, круто. Да, лепистый гвика вообще нисколько не против. Кстати, еще через 4 дня у нас закончится зима. По-моему, 48 дней или 46, здесь не помню, а сколько дней, короче. Здесь определенное количество дней. Настенный факел. Вот какой настенный факел? Я же все убрал. А, это ладно, это-то ладно, это фиг с ним. Саманта отдыхает, Грейсон тоже отдыхает. Ну, нет, Грейсон молодец, вот реально. Вот сейчас вот он реально делает большое количество. Он делает большую работу. Кстати, ветряки больше вырабатывают энергии, кстати. 75 всего лишь. И у меня электроника, слава богу, благодаря роботам она тоже есть. Так что я прям доволен. Что у меня по мясу? У меня еще 50 есть. Замечательно. А, кстати, почему сюда не вставят рецепты-то? Вот и все. Замечательно. Надо музыку. О, хоп, 4 уровень интеллекта, замечательно. Надо музыку вкачать, штангу, игровые автоматы. Это лишний раз будет досуг, они будут спокойнее. Злаковый кофе, кстати, надо тоже изучить. Потому что и кофе они могут выпить, и все, красота. 8 дней, 8. То есть, как бы сказать, этот, ну, все равно я же не готовлю прям до хрена, да? Нет, морозилку, конечно, можно было бы, но этот... Падение обломков звездолета. Окей. В обломке звездолета в основном это ресурсы по типу, ну, металлолом, может быть, какие-то дополнительные вещички и так далее, но не более того. Грейсон. Вот Саманта вообще ненавидит Грейсона. Вот что случилось? А Грейсон ненавидит Саманту. Я не могу понять, почему. Грейсон что, в Катю всюрился, что ли, а? Нет, все возможно, конечно, я не спорю. Эй, яху! Ехей! Яха! Отлично, продвинутая мебель. Хоуп совершает прорыв в исследовании и ускорил ее текущее исследование. Чего тебе? Так, большой стол. О, серьезно? Вот такой вот он будет? Мне просто интересно. Так. Мебель. Большой стол. Паре со стульями представляет собой место для комфортного приема пищи. 5 надо. Ну давайте, что, нет-то. Мне же интересно. Грейсон, а. Ну ладно, пока ремонтируй. Окей, Саманта. Кушает. Хоу продолжает исследование. Сейчас у нас идет исследование строения с бетона. Да, вот бетон тоже сейчас очень нужно. Нужно будет тысячи бетона. Я вас уверяю, тысячи. Кстати, вопрос, а здесь я камни храню, нет? Почему пол-то? Как ударило-то, а? Странно.
Так, у меня еще кремний есть? Есть, замечательно. Скоро закончится. Ну, тут только началось. Замечательно. Ага. Так, отлично. Теперь берем мебель. Большой стол. О. Так, построить. Во, стол из углеволокна. А, может было сразу так сделать, что-то я тупанул вообще. А я могу тебя переделать? Нет, не могу, окей. Что тут еще можно? Да, мебель, кровать из углеволокна. Выглядит красиво. Стулья из углеволокна. Ну, это сейчас нам сделают, да. Кресло из углеволокна. 20 надо этой. Вообще прям красиво, очень просто красиво все так выглядит. Кстати, я забыл. Если вот так вот и сделать, да, у меня же вот еще тут места сколько есть. То есть я здесь могу что-нибудь допостроить, например. Возьму такой, хоп, стеллаж могу здесь поставить. Я не могу. Ну и хер с ним. Вот так не могу. Кстати, надо здесь пару окон сделать. Что-то я вообще этот... С видами-то прекрасными, да? Так, высокое окно. Вот, освещение комнаты при этом закрывает это. Так, получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получается, если один, это будет, получается, 3-3, да? 3-3. Раз, два, три. Получается, вот здесь это. Если сделаю вот так. Вот так вот и надо делать. Да. Что это стоит-то? Ой, 40. Нормально. Жепа. Ой. Ой, сама она там охотится. Солнышко ты мое, а. Сразу же разделывай его, ладно? О, исследует замечательно. Так, что, шкуры здесь висят? Зависят. Ага. Есть еще большая... Надо, идут, кстати, реально построить большую сушилку. Похолодание. О, ну, в доме нормально. Выходить из дома будет неприятно. Кстати... Здесь тоже, пожалуйста, не храните, а. Вот, большая ш... Бафая фуфылка. Вот, тоже нужно большую сушилку построить вот здесь-то. И все. Тоже пригодится. В любом случае, всегда она пригодится. Грейсон, ты как твой? А, витрик... Ой, молодцы. Вот, вот это молодцы. Вот это красавцы. Давайте его тоже построим. Нужно по максимуму. Мои навыки растут. Да я вижу, хоп, ты у меня такая золотая прям вообще. Ну сразу тут плюс. Переохлаждение Саманты. Саманта, давай домой. Побежишь, молодец, сумочка. Так, улучшение хоуп. Еще одно. Важные новости. Я постоянно учусь. Устаревшие системы остались в прошлом, и я получаю знания и опыт бешеным темпом. Мой ИИ экспериментирует с пиксельной графикой, готовкой цифровых блюд. В общем, я пробую всякое. Но вот в чем загвоздка. Чем больше я учусь, тем больше появляется областей, в которых я чувствую себя неуверенно. Так что мне снова нужен совет. Какой навык мне изучать на этот раз? Даже не знаю. Давай строительство, что ли? Ага. Пускай она ест это. Чуть зря, что ли, покупали, да, эти ячейки. Так, вопрос. Где тут мои... Шкуры мои? Ага. Вот, а потом переместить шкуры. И, кстати, я забыл, здесь тоже надо производство же этот... Лампочку поставить. Вот я думаю, либо вот такую вот поставить, да? Либо все-таки вот такую вот лампочку. Давай все-таки вот такую вот лампочку, она хорошо здесь встанет. И здесь надо тоже свет поставить, вот такой вот. И все. Никаких проблем.
переохлаждение. Так, Грейсон Стюарт, так, лютый холод. Бегом сюда. Это тоже все там, даже по жопе. Тоже сюда. Саманта, лютый холод. Тоже сюда. Давайте-ка вы пока постойте, отдохните, мать его. Так, отменить призыв. Отменить призыв. Отменить призыв. Они такие дебилы прям, я вообще в шоке. Сейчас ставни закроем. Не, я думал, там стекло, и типа стекло не особо-то пропускает холод. Но, блин, оказывается, это пропускает. Короче, пока не надо нам что-то делать на улице. Переохлаждение. Че, в животе у него бурчит? Очаг не нужен. Мне, конечно, здесь 1 градус мне вообще не нравится, что здесь 1 градус. То есть здесь 17, а здесь 1. Я тебя просил стол построить. Чё ты, а? Спасибо. Так. Шкуры и сырое мясо. Не, пока только шкура нам в любом случае нужна. Что там, шкура скоро уже закончится? Чуть-чуть осталось. Чуть. Шкур много не бывает. Серьезно? Чит, считайте. Кстати, хоп, ты же можешь строить. А, недостаточно уровень. Хоп, это можешь снести? А. Саманта, господи. Так, переделать и построить. 3 часа ночи. Потому что 3 часа ночи не, ну, у них нет ничего. Переделать. И переделать. Не понял. Переделать. Отлично, если настроение из бетона. Балкон каменный, бетонный, отлично. Комната бетонная. Хорошая теплоизоляция, отлично. Металлоломовская, кстати. Отлично. Ну и, конечно же, это оборона, укрепление. Подожди. А, не, вышки, по-моему, нет. А, значит, тогда еще не изготовлено оно. Уж нужен бетон хотя бы раз сделать. Точно. Ладно. Сделаем.
Так, а почему вы не можете переделать это? Стабель, невозможно добраться. Я понял. Я понял. Так, тогда... Блин. И ту кнопочку нажал. Саманта, снеси тогда все это нахрен. Да, хорошо. Строение из нанотрубок. Теперь, когда мы знаем, как делать углеродные нанотрубки, мы сможем строить из них здания. Листы из углеродных нанотрубок обладают прекрасным теплоизоляционным свойством. А еще они проводят электричество. И с помощью грунта, богатого фосфора, их можно заставить светиться. Охренеть. Подожди, светиться. Получается, никакого электричества не надо, блин. Кошмар. Круто. Даже не кошмар, а круто. Так, сейчас немножко я убавлю. Тут что-то этот... Сюда можешь себя поставить, а? Что-то... Так вот подумать надо этот. Вот, наверное, сюда себя поставлю. Что там на улице? 13 градусов, мать твою. Все зарядится. А, 3 ветряка по 26 дают, замечательно. Грейсон! Тук-тук-тук. Бум. Ну, я так понимаю, да, им это будет очень комфортно принимать еду. Маленькое окно. Большое, подожди. Серьезно? Так, комната. Ах ты, охренеть, она быстренько изучила его, круто. Так, строение из кирпича пошли, защита из кожи. Ну это еще не скоро мы будем. Так, электрический плавильник надо, кстати, делать, да? Кремниевый энергогель, ну до них еще не скоро. Так... Давайте укрепление из нановолокна. Один день-то всего лишь. А где укрепление из бетона? Нужно произвести бетон, вот. Боевые дроны. Давайте морозильники тоже тогда потихонечку. Так, а бетон произвести, да, надо? Тогда давайте вот здесь-то я отменю вообще все. И мы в этом месте только будем производить бетон. Я так думаю, мы же можем его производить, так ведь? Во, обжигать бетон. Давайте пока до 300. Отлично. Мороз минус 36. Ну, рядом хотя бы этот там. Там хотя бы плюс. То есть вот рядом действие 6, 5, то есть когда они рядом находятся. То есть, видите, она ходит, то есть холод, да. Но сейчас вернется и будет норм. Блять. Что ты пошел делать? Сносить? Ну ладно, холодно, это еще не страшно. Саманта... еще тоже холодно. Фу, сама-то, Катя. И хоп, окей. Так, я же это смотрел. Так, лестницы, углеволокно. Да, получается пол из углеволокна. Превосходная теплоизоляция. Очень хорошая поддержка. Конечно, блин. Так. Углеволоконность. Ну, да, это прям, это знаете, это этот... Да, конечно, если из углеволокна построить, прям вообще будет.
Шикарно, шикарное будет место. Так, крыша даже углевок. Так, мебель мы уже так, жилище, балкон. Так, дверь. Дверь из углеродных нанотрубок обладает хорошей структурной плотностью и хорошей теплоизоляцией. Это круто. Так, дверной проем. Ладно, большой дверной проем. Ага. Так, маленькое окно. Вот, из углеволокна. Маленькое окно. Ну, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. У меня 46 трубочек осталось. Так, большое окно. Так, ой. Сохранять тепло закрытым. То есть тут, знаете, вопрос. Вот, реально ли сохранять-то тепло в закрытом, блин? Пока оставим. Я бы дверь сделал из углеволокна, потому что все равно через дверь... Это хорошо проходит температура. Блин, 0 градусов здесь. Ну как так-то, а? Так, все-таки обогреватель надо поставить здесь. По-другому вообще никак. Когда мы это сносим, здесь поставим... А! Бессмысленно сносить, у меня же вот здесь вот. Так что в любом случае. Так, Хоупер этот. Так, Грейсон есть. Есть какой-нибудь бонус от этого? Быстрое блюдо просто. Да, разнообразие пищи, приятные мелочи. Окей. Саманта решила заняться. Хорош. Хорош. Грейсон что делает? У него уже нету этот куртки. У него только рубашка осталась. А что там делаешь? Отлично, строение кирпича тоже сделано. Превосходно. Кирпич хорошая теплоизоляция. Превосходная теплоизоляция. Да, вот очаг можно сделать из кирпича. Типа прочность только увеличивается и все. Как бы сказать, не скажу, что прям, но этот. Так. Кофе исследуешь. Хорошо. Да, музыкальные инструменты, да, они нам тоже пригодятся. Ну все, обжиг пошел. 5 камней, вот. 10 этого. Хорошо. У меня только один вопрос. Вот, я, значит, случайно не на кнопку нажал. Или замерзаешь у меня? Нет, пока нормально, ладно. Ладно, успокоилась. Сейчас покушаю, и все будет тип-топ. Построен, да? Все, слава богу. Хотя бы уж там температура стала более-менее приятненькой. Но стол есть стол. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Когда нужна еще то, что можно сделать, получается. Тоже 3. Ага. Да. Хотя бы я мы начали делать неплохо, ну, неплохое количество энергоячеечек. О, здесь у меня ферментация, кстати, да, проходит, я забыл совсем. Все. Что, есть там кто-нибудь животное рядом? И разбежались, суки. Так. Да, давай отдыхай, Саманта. Что тебе
Вы многое, вы реально многое делаете. Я прям вообще, я кайфую от того, что вы делаете. Давайте-ка мы начнем делать вот эти прожектора. Они стоят недорого, но они освещают то, что нам нужно. Получается вот так вот-то. На выходе. Да? Подожди. Ага. Так, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 на 15, ну как-то этот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получается вот здесь-то. Давай. Так вот получается. Также на выходе. Получается. Ага. Надо передвигать. Так, это пока мы отменим. Отлично, злаковый кофе. Так, злаковый кофе. Горячие напитки, вот кофе. До пяти, ладно, окей. Злаки же есть у меня еще. Ну, зерно имеется в виду. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 10, да, вот, получается, вот, ага, вот так вот-то, пока что мы себя, так, отмена, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все замечательно. Вот. Надо вращать так вот-то. А? Где? Хорош. Ага, отлично. Так. Ага. Получается, вот здесь надо будет построить. Вот, да. Чуть там блокирует три. А, подожди. Слышите звуки? Вот нас кто-то хочет сожрать. Я вас уверяю, нас хотят сожрать. Так, стоять. А я же исследование-то продвинулся. Вон, бетонное крепление, вперед. Отключено устройство, прожектор. Блять, включись. Включи, да? Так. О, смотрите-ка. Они на десятку спокойненько распространяются. Так это же опупенно. Не могу сказать, конечно, как это лучше сделать. Так, раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Получается, вот так вот-то. Получается, так, раз, два, три, четыре, да, вот так вот-то. Так, собрано 47, новый ресурс кофе, отключенное устройство. Так, сейчас включится, че... Не сиди, выйдите, кстати, датчик надо поставить еще. Не видите, я уже давно хотел. Вот рубильник. А это датчик заряда. Так, это рубильник.
Так, сейчас я вспомню, короче, потому что есть возможность, если так. Нет, этот датчик, он включает свет именно этот. Этот датчик движения. Так, сборка иди. Значит, этот датчик может быть. Я вот здесь сейчас поставлю как раз вот небольшую эту. Ага. Так. Получается, вот так, наверное, да, лучше сделать? Да, вот так вот. Ага. Тебя мы должны передвинуть чуть-чуть. Вот сюда. Вот так вот. И вот так вот, да. Нет доступа к другому устройству. А я знаю. Это вообще надо снести все уже давно-давно. Кстати, на улице 4 градуса. Так что похолодание спало, это уже замечательно. Ага. Рутинная стройка, все. Саманта чем занимается? Хорошо, Хоуп. Хоуп исследует. Окей. А что исследуешь? Электрические. Электрические плавильни тоже замечательные. Выгорание у кого? Саманты выгорание, что ли? Где отдохни? Я ж тебя не заставляю работать вечно. Хочешь, отдыхай. Не хочешь, не отдыхай. Вот. Короче, есть цепь управления и вот этот вот... О, да, смотрите-ка. На единичку стоит. Ой, так это вообще 10 бетона и 10 металлических сплавов. Так что металлические сплавы нужно качать мне уже до 300. Чтобы были. Бетон до 400. Не, до 500 давайте. Так, копировать. Ставить. Пока что вот так вот, а потом... Ну, электрические, они реально жрут электричество просто неимоверно много. Поисковая группа приземлилась. Ок. Ой. Жалко, конечно. Ну, что делать-то, хрен с ним. Просто ночь, вот в чем вся суть. Я же говорю, надо все же обнести нам пока что нашу территорию бетонными, да, бетоном. Сейчас буду обносить бетоном, а потом потихоньку расширяться. Я раньше сделал сразу, в предыдущих я когда еще записывал, да, и там по-другому строил, но здесь я буду делать по-другому, конечно. Так вот. Здесь, кстати, тоже нужно электричество-то поставить. Ну, эти. Прожектора-то. Что, прям напротив, может, этих поставить? Вот так вот-то. Так, да, два поставлю, и все. Там-то они пока что все равно не нужны. А здесь... Блин, я же где-то здесь хотел поставить его. Так. Получится, нет? Там получается... Да, прям впритык получается. Вот так вот-то. Блин, тогда эти нужно немножко передвинуть. Стоять. Вот так вот-то. Ага. Это просто такая мелочь, но... Я люблю, когда мелочь... Приятно, но приятные. Как там, как все поживаете-то? Ладно. Оп, сильный голод, так иди поешь. Хотя, у него энергия-то на 20%, все нормально. Энергии ячейки пока что есть. Так что все замечательно. Жалко нету этой подзарядки, короче. Чтобы пришел такой этот. Она подошла такая, ее просто там воткнули ей куда-нибудь, что-нибудь, и все, она такая зарядилась, и все. Так, дрон-доставщик. Кстати, надо попробовать. 50 стоит. Потребляет 10 единиц энергии. 4 и 2 процессора. Сколько у меня процессоров?
5, не, ну нахер. Процессоры редкие. Хотя, вот, если честно, да давайте, мне просто очень интересно. Я видел, что он вот, и он стоял здесь. Где его лучше располагать? Интересно, а? Автоматически летающий дрон перемещает грузы между разными точками и хранилищами. Если я его поставлю где-нибудь здесь... Или все-таки здесь, в доме. Он сможет из дома вылететь, интересно? Давайте, перенести недолго. Так что это фигня. Реально, 26 градусов, ничего себе. Кстати, батарей-то надо этот... Ага, все, атака пошла. Просто чтобы они сюда бежали. Я знаю, они будут долго идти. Но все же. Мне так не нравится, что их всего лишь пятеро. И вообще нету нападений именно этих. Ну это значит луна такая. Зря я такую луну выбрал. Надо будет в следующий раз другую луну выбирать. Подожди. Ну, только она сейчас правильно стоит. Вон же они же правильно стоят. Бой минус 18, а у тебя что, равнодушие что ли к бою? А-а-а. Не любишь сражаться. Ну жалко, жалко, очень жалко, что всего лишь 5. Может быть, с каждым годом они будут усиливаться. Да, отлично. Саманта, разбери их всех. Спит. А-а-а. Так, призыв эры наш, да, ведь? Переохлаждение Катя. Ну, сейчас отдохнет, ничего страшного. Так, что у нас? Меч, запчасти, трубки, деньги. Пистолет, конечно же. Да, Катюхе, конечно, прилетело прям вообще. Плавай. Еще запчасти. Арбалет. Ну это все продать можно. Мне надо уже поставить пару турелей и все, не париться. О, 5. Вот это шикарно. Вот это прям вообще шикос. Да, точно, наш без трусов. Ну, точнее, без штанов. Так. Потом шьешь брюки. Хотя мы можем сделать следующим образом. Они не нужны. Ага. Будем применить лосины. Так, и давайте, получается, здесь мы сейчас небольшую тут построим. Сколько у меня? 80 бетона. Может, маленькую комнатку там. Одна комнатка из 26. Вы что, серьезно, что ли? Что за дуб рухнули? А, тогда камни возьмем, камень возьмем. Вот такой вот.
Ага. Вот, и там я сейчас поставлю этот... Эти вот все заряды и тому подобное, чтобы можно было управлять всеми, всем электричеством. Ага. А что у нас мясо? Как оно здесь? Нормально хранится? Под крышей 6 дней. Так не надо, чтобы оно здесь хранилось тогда. Так, сырая пища. Я там приписали. Я надеюсь, ты хоть взяла эти? Да, штаны надень. А что у тебя за брюки? А, штаны со звездолета. Подожди, на ней же были что-то другое. Или их Саманта уже на... Саманта надела. Так, укрепление из углеволокна. Замечательно. Шикарно выглядит. Сколько укрепление... Так, господи. Укрепление сколько стоит? 9 сотен. Это шикарно. Ворота. Вышка из углеволокна. О, смотрите-ка, а? Какая она. Ну, типа с крышей все такое, да? Сколько она стоит, вышка-то? Так, сейчас, подождите. Рона, вышка сколько стоит? 50. Ну, это дорого, конечно. Это пока дорого. Может, ты полежишь, пока восстановишься? А потом ты восстановишься, ладно? Так, Грейсон шьет. Окей. Я так понимаю, из-за того, что у меня здесь были эти, ну, начали стройку. Строят СУ дрон, риск нервного срыва. По причине отдыха нету. Ком отдыхать чё? Ты можешь строительством заниматься, кстати. Так, что мы сейчас исследуем? Морозильники. Да, морозильник тоже очень нужная вещь. Так, восстановление. Да уж. Сколько брюки готовится? 8 часов, блин. Вот тоже вот брюки 8 часов, конечно, да, этот? Кстати, вот надо этот. Ага. Все-таки это дроид. Андроид. Мне нравится покрытие пола. Ну ладно, что бывает. Новая одежда, брюки. Грейсон, 4 уровень, замечательно. Строит пол. Где? А, ё-моё. Так, стоять. Действие. Грейсон пока что уходит со стройки. Пешить ее начинается первое. И создание. Ага. Катя пока на восстановление. Саманта... Более-менее подняла свое ее. Они никак не перетащат этот энергогиль. Ой, окей. Так, хоуп, все замечательно. Улучшение хоуп. Ага. Так. Давай, охота и бой. Будешь у нас еще сражаться уже. Так. Эти лазерные пистолеты, а здесь лазерный меч. О, нет оружия. Сейчас будет, не парьтесь.
А где весь бетон? И что, вы сюда перетащили, что ли? Нахрена? Ой, блин, а. И здесь он должен быть. Чего недостаточно? Нормально все. О, поехали. Где дрон? Станция управления, которая служит мозгом для одного дрона-доставщика. Пока она работает, дрон будет доставлять ресурсы. Если дрон получит необратимое повреждение, здесь можно будет сделать новый. Для работы устройства используют ресурс. Час уже прошел. Электричество производит. Так, это понятно. Что значит гарнизон? Приказать роботу или дрону вернуться на свою станцию и оставаться там. Понятно. Где дрон? Исследовано. Морозильники. Замечательно. Что мне стоит морозильники? 2.40. Давай. В любом случае нужно строить. А где дрон? Ебаты быстрый! Охуеть! А вы посмотрите на эту с... Дрон-доставщик один. Вот такое твое название будет. Охренеть просто. Шик-ш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 ик. Вот это да. Ладно, ребятки, давайте на этом с вами закончим. Прошел уже целый час, я продолжу сразу записывать следующую серию. Подумаю, может быть, еще нужно будет, может быть, еще запишу дрона. Ну просто он так быстро летает, он так быстро переносит вообще вещи. Это охрененно. Так что давайте, ребят, на этом с вами закончим. Я скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был Олег Огненный, увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока-пока.